обращайтесь с ними, как с капризными детьми. Улыбайтесь, помаши Лане. Бодрее, веселей. Это особо важные гости. Каждый хочет быть единственным, дорогим, обожаемым ребенком в нашем отеле. А мы для них мамочки. Здрасте. Я привезла прах матери, чтобы развеять его над океаном. Мне нужна лодка. У нас можно взять лодку на прокат. А алкоголь с собой можно? Конечно. Может, еще фрукты и сыр? Для меня это будет печальный момент. Но сыр точно не помешает. Это не тот номер. А мы платим за номер для новобрачных. У нас нет информации, что вы его бронировали. Бронировала моя мать. Может, мне ей позвонить? Не знаю. У меня созвон с Китаем, а тут фон не очень. Зачем делать перестановку в отеле? Все должно быть по фэншую. Так, не лезь в кадр. Мам, ты как будто из психушки. Не страшно, фильтр наложу. Внимание! Извините, не знаю, зачем скачу. Это чокнутая семейка. Мамашка стерва. И дочь тоже стерва. Да тут все гости чокнутые. Деньги, деньги. Деньги, деньги. Наши клиенты — это в основном белые богачи. Черт! Боже мой. Очень много белых чокнутых богачей. Пошли вы! Полу расстроила анимация. Танец аборигенов? Ну, неправильно убивать людей, отбирать их землю и заставлять их плясать. Это все знают?